Максим Михайлович, добрый день. Меня зовут Валентина Петровна. И? Извините, что отвлекаю вас от обеда. Дело в том, что возникла экстренная ситуация, которую нам с вами нужно оперативно решить. Из налога, что ли? Я все решил. А что, нет? Я из другого ведомства. И с другим ведомством я тоже все решил. И с третьим тоже. Но дело в том, что... В чем? Послушайте, тетя, если вы через 5 секунд отсюда уйдете, я постараюсь сделать так, чтобы вас не уволили с вашего ведомства. Я читала, что у вас сложный характер. Но, боюсь, вам придется меня выслушать. Не придется. Знаешь, сколько таких, как ты, с папками ко мне приходят? Засунь в жопу себе эту папку. Дай поесть. Вкусно. Доедай. Будешь внукам рассказывать, как устрицы ела. А еще вот шампанское, пожалуйста. Знаете, для дам ничего не жалко. Максим Михайлович, а вы не боитесь отравиться? Моря у нас тут рядом нет. Ты что, мне угрожаешь-то? Да нет, что вы, что вы. Где вы, а где я? Да и сами подумайте, как и чем я могу угрожать человеку, который уже умер? Что? Это, собственно, и есть та экстренная ситуация, о которой я хотела с вами поговорить. По глазам вижу, вопросов много. Отвечу по порядку. Какой-то редкий вид токсина. Съел устрицу, пошел в туалет, упал и умер. Больно не было. Далее. Вот там, на полу, это ты. А со мной разговариваешь не ты. Кто-то это называет душами, кто-то духами. Ну, не суть. А я пришла за тем, чтобы... Я что, умер? Ты что, меня не слушаешь, что ли? Да, умер. А как я тогда разговариваю с вами? А вот это правильный вопрос. Дело в том, что я представляю одну организацию, которая занимается распределением душ в ад и рай. Чего? Когда умирает человек, приезжает наш сотрудник, заполняет вот этот бланк, исходя из личного дела умершего. Ставит печать. Вот эта бумажка, это билет в один конец. Наверх или вниз. А я куда? Сам-то подумай. Обманутые дольщики. Мошенничество в Черногории. А кто в 5 классе у одноклассника шоколадку отжал? Значит, вниз. А что там? Там, ну, вот так как-то, ну, не так разнообразно. Вот. Сейчас санитары погрузят твое тело в машину и... Но есть другой вариант.
3 миллиона рублей, и на бланке будет стоять другая печать. Тебе деньги зачем? В смысле? Ну, ты же ангел или кто там? Зачем тебе мирские деньги? Нет, не-не-не. Работодатели у меня действительно необычные. А сама я обычный человек. Обычный человек, который строит дачу. В раю? Мытищах, придурок. Там такая природа, лес, речка рядом, а грибы какие. Да, только одно жаль. Денег у меня нет. Все счета заблокированы. Максим, Максим, подумай, это сделка века. Или райское блаженство, или вечные муки адские на целую вечность. Максим, а целая вечность — это очень долго. Напиши пин-код, а кошелек я у санитаров возьму. У меня ничего нет, я банкрот, ноль. Что ты думаешь, я здесь отмечаю? Сегодня суд был. Банкрот? А доля в Черногории? А депозиты? А наличные? На данный момент ничего нет. Ну, есть на карте долларов 300. Можешь забрать. 19,87. 5,5 дня на смарку. Держи, на. Вот здесь распишись. Подпиши. Да и давай быстрее, мне уже заливы пора. Не-н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 е. Подожди. А ты... Послушай, ты можешь меня оживить этим? Я найду деньги, правда? Максимушка, смерть не наивный дольщик. Ее не обманешь. Так я... У меня есть заначка. 50 тысяч евро. Забирай, тебе хватит. Где? Поедем, покажу. Просто оживи, ну ты же можешь. Один день. Это не положено. Послушай, полдня. Полдня. Ну куда же я от вас денусь-то? А? Полдня. И ты достраиваешь свою дачу, а я спокойно себе лечу на небо, и все довольны. Полдня. Час. Договорились. Ваш повар будет гореть в аду, я договорюсь. Всего доброго. ...1979 год. Ты хоть подвинься. Нарко. Не могу, я описываюсь. Манюня. Вот таким оригинальным образом зародилась наша дружба. Что вы тут затеяли? Ба. Ну-ка повертись. Грудь моряка, жопа индюка. Да. Сериал «Путешествие в советское детство». Манюня. Только в ОКО. Слушай, а школьные учителя куда попадают, ну, по вашему распределению? Скорее всего, в рай. За такую зарплату только святые могут работать. А тебе зачем? Матушка. А, сочувствую. Хотела, может, еще увидеть, все от тебя зависит. Да. Ты чего? Здрасте. Привет, пап. Как дела? Почему отец с тобой не здоровается? Потому что. Почему? Потому что. Что я не приехал к маме на похороны. Почему? Почему? У меня были сложные обстоятельства.
с какой-нибудь шваброй на море развлекался. Давай без нотаций. Нашел? Немного поздновато. Нашел? Тянуться не могу. Принеси швабру, в ванной лежит, прямо и след. Нету. Спроси у отца, может, переложили? Да нет, отец к чужим деньгам не притронулся. Не знаю, может, мама потратила, я не знаю. Все. Мне надоел этот театр. Или доставай деньги, или я ставлю печать и... Дай мне пару часов, найду деньги. Извините, Максим Михайлович. Я и так пошла вам навстречу. Собирайтесь. Надеюсь, жаркий климат вам подходит. С отцом можно попрощаться? 5 минут. Слушай, пап, мне опять надо уехать, а там со связью не очень. Ты прости меня за то, что тогда не приехал, не мог. Ну, в смысле, мог, но тяжело было. Вообще штрафной не выходит, пропустит. Да смотри, сейчас сравняют. Не могу. Пошли. До свидания. Здравствуют, рыцари закона! Случилось что, Максимыч? Случилось. Следователи из Москвы присылают. Сержант, садитесь в кресло. Будете изображать жертву. Я не могу. Я суеверный. Если приглядеться, то глаза-то у вас добрые, как у собаки. Ты собак-то не трожь. Экипаж 314. С 7 декабря. Смотрите только в ОККО. Мы уже 4 года не разговариваем, и... Он тебя простил, я видела. Держи. Маме привет. Ну почему? Не такой уж ты и засранец. А на мою дачку жуликов хватит. Давай беги, пока я не передумала. Быстрей. А что делать? Я не знаю. Я там не была. Здравствуйте.
Футбол смотришь? Максим приходил? Так он же вроде утром был. Забыл что-то? Что говорил? Ну да. У тебя все ерунда, кроме твоего футбола. Сколько можно этой гадости есть? Ну да, зато не пьешь. Ну не ори, сейчас принесу. Валентина Петровна Иванова? Да. Василий Альбертович, особый отдел управления по распределению душ в Москве и Московской области. А что случилось? Только вот дурочку не надо валить, Валентина Петровна. Мы за вами давно наблюдаем. И знаем и про нужные подписи, и про дачку. Так что вам придется приехать со мной. Садитесь, выходи из машины. А куда мы приехали? К генеральному. К дачнику? К генеральному директору управления по распределению душ Москвы и Московской области. Скажите, а у вас, кажется, по трудовому договору гарантированный рай предлагается? Можете забыть. Римма Александровна, добрый день. Прекрасно выглядите. Что надо? Нам бы к генеральному. Так, он занят. Приходите попозже. Дело не терпит отлагательства. Ну так разберитесь сами. Сами не можем. Нарушение устава УПРД, пункт 3.2.13. Увольнение сотрудников в компетенции только генерального директора. Ну, пошли. Туда? Я. Простите. Простите меня наверх, да? Я извиняюсь, не подскажете, это все в рай очень, да? Да. Я пойду посмотрю, из-за чего там пробка. Извините, я только посмотреть, Извините, простите. Я только спросить. Извините, я посмотреть. Да что же вы за люди такие, ну серьезно. Успеете еще? Хотите вернуться в клетку? Нет, в прошлом. Мама нас бросила, да нас и видела нет! Лучшие бойцы страны сразятся за право участвовать в гран-при! После того нокаута год прошел. Пора возвращаться.
can't deny, so stand back, I'll bring my destiny to life. В клетке 2. Смотрите только в ОККО. В ходе проведения операции «Чистые руки» было установлено следующее. Специалист отдела распределения УПРД Иванова В. предложила Маврину ММ заменить положенное ему место категории «Ад» на категорию «Рай» за финансовое вознаграждение. Таким образом, специалист отдела распределения душ вступила в коррупционную связь со свежеумершим гражданином Маврином ММ и отправила его в рай. Денежные средства планировала потратить на обустройство дачи под Мытищами. Прошу уволить данную сотрудницу на основании пункта 3.2.13 Устава УПРД по Москве и Московской области. Это неправда. Только вот не надо изворачиваться, Иванова. У нас есть улика. Это запись, в которой абсолютно четко слышно, как вы предлагаете Маврину Максиму осуществить коррупционный сговор. Я не из-за денег его в рай отправила. Ничего я с него не брала. Да нечего тут обсуждать. Как говорят мои коллеги, преступный умысел налицо. Ну так а почему вы его не отправили в ад, как положено? Я его пожалела. Что? Я его пожалела. Он неплохой человек. Родители любят. Хороший человек, кажется. Вы уж меня извините, но вас развели как последнюю лохушку. Мне кажется, в нашем же деле жалость – вещь гораздо более страшная, чем… Вася, а ты малину чем подкармливаешь? Чем? А! Так я к земле не особенно близок пока. Я же все время на работе провожу. Мочевины хорошо подкармливаются. Да? Одна ложка на квадратный метр. А еще хорошо птичьим пометом. 1:20. Разводите водой 5 литров на квадрат. Вася, а где свежий умерший Максим сейчас? В раю? А, никак нет, в чистилище. Там очередь. Вася, у тебя вместо башки задница! Вместо того, чтобы косяк исправлять, ты бабу сюда привел. Выслужиться хочешь, да? Клима. Уже. Звоню в пропускной отдел. Сейчас всех вернем. Да не, ну ясно. Да понятно, понятно. Хорошо. Ну что, свежий умерший уже в раю. Да не может быть. Там очереди часов на 6. Да? В раю. Пролез без очереди. А что тут все приходится делать самому, а? Так, все. Прием закончен. Давайте. А скажите, со мной что будет? Рима, а? Переведи ее в особый отдел. Будет инспектором по рассмотру пограничных случаев. Хорошо. Вы что, так же нельзя? Это считайте повышение. Да. Разберемся. Да у меня даже напарника ей нет. У нас по правилам должно работать двое. Но у меня, правда, есть хорошая кандидатура. Вася, слушай, пробей по своим НКВДшным каналам, где тут самый лучший птичий помет? Ну так, чтоб, знаешь, без химозы. И пусть мне пришлют машину, а лучше две. Ну?
Значит так. Завтра ровно в 9 у меня в кабинете. Опоздаешь, Оля? Я все видела. Моя большая тайна. Только Вовка. Спасибо. Доброе утро, Наташа. Здравствуйте. О! Доброе утро, Василий Альбертович. Надо же, на 10 минут раньше. Жаль. А что я буду делать? А пойдемте покажу. Знакомьтесь, ваш новый напарник. Будете работать с ним. Здравствуйте, вы мой напарник? Привет, тетя Варя. Поработаем.